Поставь лайк за 3 секунды, и ты завтра обязательно получишь пятерку. Ребята, всем привет, и мы продолжаем играть в BeamNG Drive. Вам предыдущая серия, где мы перелетали огромную пропасть на карте каньон, очень-очень понравилась, и вы, друзья, попросили, чтобы я сделал продолжение. Я, друзья, специально для вас сегодня нашел мега-эпичную карту, посмотрите, как она прикольно выглядит. Да, друзья, это такая вот лавовая карта. И мы, друзья, сегодня снова будем перелетать огромные пропасти на огромной скорости. Вот, друзья, давайте начнем, например, с вот это. Я уже вот здесь вот поставил, друзья, машинку свою. Посмотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно вылететь, перелететь вот эту вот всю пропасть. Нельзя, друзья, вниз падать, так как там лава, и она просто нашу машину уничтожит. И, друзья, нужно нам перелететь либо вот сюда вот, хотя, по-моему, немножко как-то сделано. А, не, в принципе, если немножко завернуть направо, получается, в принципе, друзья, можно будет вылететь как раз на другой трамплин. Ну, или хотя бы просто, друзья, приземлиться на землю. Главное, короче, не падать в лаву. Окей, давайте начнем. Если вам, друзья, эта серия понравится, вы захотите еще серии по бимочке, давайте мы на этой серии наберем уже не 500 лайков, которые я просил в предыдущей серии, а 1000. Да, друзья, давайте 1000 лайков, пожалуйста, наберем. Ну и, конечно же, пишите свои предложения в комментариях, что вы еще хотите увидеть в этой игре. В этой игре, в принципе, много-много идей. Меня, например, я помню, под предыдущим роликом в комментах просили устроить аварии, лобовушки там всякие, РПшки. Кто-то даже просил погони. Друзья, это все в скором времени будет, я просто только осваиваюсь с игрой. Вот, друзья, сегодня еще решил для вас мега эпичный ролик записать. Ну что, друзья, поехали. Думаю, такой нам скорости уж точно не хватит. Но, в принципе, почему бы и не попробовать. Ё-моё, вы посмотрите. Кстати, мы почти, друзья, перелетели. Да, друзья, мы перелетели, смотрите. Летим, значит, такие в замедлении. Оу! Не, нормально, нормально, нормально. Так, давайте отрубаем слоумо. Во, давай сальтушечку. Друзья, просто двойное сальто. Приземляемся даже на колеса. Че, мы поедем? Друзья, мы просто дальше едем, смотрите, это просто реально была жесть. А не, подождите, что-то как-то машина как-то... Да, друзья, очень плохо ездит. О, полегче, полегче, нет, только, друзья, не в лаву. Ну, в принципе, получилось прикольно, ну что, давайте тогда еще разочек. Давайте, может, наверное, как-нибудь попытаемся вылететь именно на вот этот вот трамплин. То есть, чтобы мы приземлились и дальше, в принципе, поехали без никаких повреждений. В принципе, друзья, почему бы нет, давайте попробуем. Я так понимаю, это у нас какой-то электрокар, раз он такой прям бесшумный. О-о-о, полегче, тихо. О-о-о, нифига себе, друзья, мы вылетаем. Нифига себе авария. И мы, друзья, просто падаем в лаву. Ё-моё, у машины аж колесо, друзья, отлетело. Вот, друзья, я нашел еще один очень интересный трамплин, но, правда, там и просто огромная пропасть. Так, оу, давай, 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 еще немножко, друзья, серьезно, мы просто, друзья, с первого раза, смотрите, перелетаем, и что, будет сейчас авария или нет? Нифига себе, 160 км в час у нас было на спидометре, у нас, друзья, от такой аж аварии просто отлетает колесо. А ну-ка, врубаем обратно реальное время, что, мы поедем? Да, друзья, мы спокойно перелетаем эту пропасть, и машина, в принципе, дальше, друзья, едет, особо даже никаких повреждений мы не нанесли, да, этим ударом. Хотя совсем небольшие все-таки есть. Теперь как-то сложно поворачивать, но все-таки одного колеса ж нету, да? Ну и в принципе, внешне, конечно, есть повреждения. Ребята, короче, я поменял машину и нашел реально очень-очень крутую локацию на этой карте. Вы сейчас ее, если увидите, реально просто офигеете. Короче, мы должны подняться на самый-самый верх, скатиться вниз и выжить. При этом мы сейчас там будем всякие сальтушки крутить и так далее. Короче, друзья, сейчас сами все увидите. Это реально просто не описать словами. Тихо-тихо, главное, друзья, с этой трассы не вылететь. Все, друзья, берем наш просто офигительный такой вот разгон. Смотрите. Оу! Офигеть, куда мы, друзья, просто вылетаем. Замедление. Ой-ой-ой-ой-ой. Машине, наверное, было очень, друзья, больно. И мы просто, друзья, с горы летим кубарем вниз. И сейчас еще и в лаву упадем. Давай-давай-давай, машинка, на колеса становись. Давайте сейчас, друзья, еще разочек, наверное, попробуем. Потому что, в принципе, здесь, я думаю, можно что-то типа такую вот спиральку прокрутить, да? Бочком. Ё-моё, мы, друзья, прям на крышу приземлились. Посмотрите, что с машиной. Просто какая-то лепеха, да? Лепешка, друзья, а не машина. Просто сплющилась. Вы посмотрите, какая она стала тоненькая-тоненькая. Вы, наверное, друзья, заметили, когда мы съезжаем вниз, там есть небольшая такая вот, как гора, вершина горы, да? И вот об нее все ударится, нас, друзья, в принципе, в теории может закрутить. Мы можем прямо вот, вот такой вот прям какой-то спиралью прокрутиться, да? И прям на колеса приземлиться. Короче, сейчас покажу вам. У меня это просто уже получалось, не знаю, сейчас получится это еще раз или нет. Короче, вот так вот как-то. Во-во, оно, давай двойное, двойное. Друзья, мы на колеса приземлились, ё-моё, так. И просто мы летим вниз и приземляемся прям капотом. Офигеть, друзья, нашу машину просто сплющило снова.
Вы посмотрите, от нее почти ничего не осталось. Ну что, друзья, давайте мы попробуем еще раз. Только я взял уже другую немножко машину. Машина даже будет побыстрее. Вы посмотрите, как она просто топит на гору. 50 км в час даже на гору едет. Так, аккуратненько, оп-оп-оп. Главное, друзья, не разгоняться, потому что если мы будем сильно разгоняться, у нас это, друзья, просто не получится. Так, вот так вот, аккуратненько, вниз, 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 тихо. Главное, друзья, управление не потерять. Все, вот здесь вот можно просто педаль в пол. Оу, что-то не так пошло, но в принципе нормально, нормально. Друзья, мы повредили колеса и просто летим вниз. Офигеть, что сейчас, друзья, будет? Мы, кстати, на колеса, друзья, сейчас приземлимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, друзья, что произошло с машиной. Просто в смяточку. Не, это было реально очень эпично. Ну-ка, мы поедем? Друзья, мы дальше, походу, едем, да? Подождите, подождите. Не-не-не, показалось. Мы просто, друзья, с горочкой, когда скатывались, мне показалось. А ну-ка, что там под картой? Это вода какая-то? Нифига себе. Давайте еще разочек, потому что у нас реально не получилось. Ну и потом я вам покажу здесь еще очень интересные локации. В принципе, эта карта очень-очень большая. Думаю, за один видос все-все-все здесь не показать. Здесь реально есть такие эпичные всякие вот такие вот трамплины, спуски, мостики и так далее. Кстати, друзья, у нас еще будет отдельная серия про мостики. Мы будем, друзья, кататься во всяким мостам мега-эпичным. Давай! Нет, что-то снова не то. Хотя, в принципе, нормально, нормально. Вы посмотрите, сколько мы просто сальтух крутим. Это не сальто, ну что-то типа, я не знаю даже, как это назвать. Ну, короче, таких как спиралек, да? Крутим. Ё-моё, вы посмотрите. А ну-ка, мы, друзья, на колеса приземлимся или нет? Вы считали, сколько мы их там крутанули? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы это видели, друзья? Мы приземлились прямо на боковые колеса. Нас дальше что-то жестко прям крутит. Так, а ну-ка, давайте уже отрубать, наверное, слоумо. Так, отрубили. Нифига себе! Ну, друзья, это реально было очень эпично. Так, давайте еще разочек. Я потому что вот как-то не могу что-то на этой машине сделать то, что я хочу. Короче, друзья, надо все-таки, наверное, немножко влево ехать, да, левее. Вот в прошлый раз мы влево больше ехали, почти даже слетели, но, друзья, зато у нас получилось. Главное, так как-то аккуратно. Просто на такой большой скорости, которую развивает эта машина, я реально не могу, друзья, это сделать. Да что это такое? Опять, друзья, что-то не то. Но, в принципе, неплохо, неплохо. Мы, друзья, снова летим. Вы серьезно? Сейчас прям на капот! Оу! Это что? Друзья, эта машина... Это что, кстати, за тачка такая? Я не знаю. Короче, какой-то джип такой. Просто в АК, да, превратилась эта машина. Был какой-то джип, стала АК. Просто, друзья, жесть. Ну и, друзья, я вам решил еще одну мега-эпичную локацию показать. Эта локация даже еще круче, чем предыдущая. У нас, друзья, вот такой вот гигантский спуск. И на конце, друзья, этого спуска рампа. Это будет сейчас реально просто эпик. Развиваем просто гигантскую скорость, друзья. Ой-ой-ой, у нас еще какие-то там повреждения. И вылетаем. А ну-ка, что ж, друзья, будет? Нифига себе мы летим. Мы просто, друзья, вниз летим. Это, походу, все просто фатальная, да? Фатальная ошибка для нашего водителя. Офигеть! Я реально такого не ожидал. Чего? Что это сейчас было? Чего, блин, подождите. Как вообще это произошло? Машина реально просто на две части вот так смялась, да, как книжка какая-то почти. Если бы вот здесь вот еще немножко она бы влево, да, в левую часть смялась, да, то, друзья, это реально просто какая-то книжка получилась, знаете, как открывается-закрывается. Короче, я, друзья, еще нашел на этой карте что-то типа скилл-теста. Реально это будет сейчас очень круто, потому что вот эта вот тропинка, вот эта вот дорога, друзья, постепенно сужается. То есть она все время с каждым, грубо говоря, метром, да, ну, может, не с каждым, конечно, метром, короче, каждый где-то примерно несколько десятков метров, она, друзья, все уже и уже становится. Вы, наверное, это уже заметили. Сейчас, конечно, может это особо еще не заметно, но, друзья, не, уже заметно, уже вот видите, она вот немножко, да, уже становится. Короче, давайте правило, ехать минимум 30 км в час, ну и, друзья, посмотрим, до какого состояния, да, до какого момента мы, друзья, сможем доехать. Вы посмотрите, еще совсем немножко, проедем, наверное, метров 50, и вот эта вот дорога станет, наверное, шириной, как наша машина. Кстати, да, блин, я машину очень, друзья, широкую взял, это такой вот джип. Он для внедорожья, это тем более самая такая вот жесткая оффроуд-версия. Ё-моё, друзья, мы просто вниз падаем. Вы посмотрите, какая огромная высота. Что будет интересно сейчас с джипом? Особенно, если мы, наверное, на крышу приземлимся. Друзья, просто, наверное, будет лепешка какая-то. Вы помните, мы на обычной машине не с такой высоты приземлились. А что, друзья, будет с этим джипом? Так. Ой, вы серьезно, что? Что? Чего? Вы это видели? Это что сейчас было? Где машина? Я просто такой смотрю, вроде приземляемся, какой-то такой вот амортизатор, да, нас просто слегка как бы подкинуло, а потом резко оп, и машина просто исчезла. Я такой, что?
Я что ли моргнул в это время? Что это, друзья, сейчас было? Просто жесть, конечно. Ребята, я нашел еще одно очень интересное испытание для нашего джипа. Вы посмотрите, у нас такие вот будут трубы, по которым мы должны проехать. Если мы вдруг вниз упадем, там, друзья, жидкая уже будет лава. То есть не твердая, а жидкая. И мы прям реально в нее, если свалимся, прям поджаримся. Ё-моё, я уже чуть ли, друзья, не упал. Но вроде нормально. Эти платформы, как обычно, как это, друзья, все играется в GTA 5, постепенно заканчиваются и появляются новые. Нет, мы, друзья, упали в лаву. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, в принципе, друзья, минус машина просто. Давайте, друзья, пробовать еще, почему бы и нет. Так, главное, правильно поехать. Так-так-так, аккуратненько. Оп, окей. Все, давайте, может, прямо вот на фул разгоне. Не-не-не-не, это, друзья, очень опасно. Но, в принципе, если правильно ехать. О, вроде у нас, друзья, все-все-все получается. Главное, на дорогу смотреть. Нет-нет-нет, тихо-тихо, спокойно. Давай-давай, буквально, друзья, остается совсем немного. Блин, мы чуть ли не перевернулись. О, здесь нужен был разгон. Давай. О-о-о-о. Это было реально прикольно. О, смотрите, есть, друзья, еще что-то наподобие этого, только уже более узкое. А ну-ка, давайте-ка попробуем на джипе проехать. Я не знаю, на джипе сможем мы или нет. Ё-моё, нифига себе. Это что вообще такое? Это что? Что это за такой какой-то мост? Подождите, мы что, сломались? Да нет, вроде, едем. Тихо, нет, друзья, мы в лаву упали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, правда, это наподобие лавы. Все-таки лавы в Bimenji Drive пока что нету. Это типа вода просто из-за того, что красная такая, да, оранжевая карта, вода кажется как лава, реально. Вы посмотрите, реально похоже на лаву. Друзья, мы еще совсем сегодня на этой карте не играли ни на одном из больших транспортов. Вот давайте попробуем на грузовике с такой вот бетономешалкой спуститься с такой вот огромной горки. И опять же там, друзья, внизу трамплин. Что, давайте разгонимся, ну и посмотрим на повреждения. Я думаю, просто эту сейчас машину разорвет. Просто в смятку, просто лепешка какая-то будет от машины. Ой-ой-ой, уже, друзья, что-то все совсем плохо. Воу, мы, друзья, вылетаем. Так, врубаю я, значит, слоумо. Интересно, что будет? У нас, друзья, бетономешалка, видимо, залита бетоном или чем-то еще. Офигеть. Мы, друзья, падаем прям в лаву. И у нас все-все-все просто колеса поотлетали, и машина просто реально в смятку. Вы посмотрите на это. Интересно, а что будет, если с гигантской высоты упасть на этой машине? Давайте, в принципе, попробуем. Все, друзья, мы находимся просто на гигантской высоте. Давайте мы сначала просто поедем вперед, ну и попытаемся проехать максимальное количество метров. Ну или просто расстояние, да? Так, главное нам оказаться вот там вот где-то, да, подальше, короче, нужно проехать. Так как здесь у нас еще идут такие вот горы, и, в принципе, из-за этого высота, конечно же, уменьшается. А вот вот здесь вот уже, в принципе, если мы упадем, друзья, это реально будет просто фаталити для этой машины. Так, едем, едем, едем. Давайте вот просто на максималочке. Просто еду на фул скорости. Воу-воу-воу-воу-воу. Постепенно, друзья, платформа все меньше и меньше. Все, друзья, платформа закончилась для нас. Она стала слишком узкой. Мы, друзья, летим на огромной скорости просто вниз. Это что такое еще? Все, друзья, врубаю слоумо. Давайте посмотрим, что будет. Мы сейчас, друзья, летим на скорости где-то 300 км в час, а то, наверное, и больше. Оу, просто, друзья, в смятку, вы посмотрите. Просто снова лепешка от машины осталась. Мы сейчас еще и упадем в лаву. Да, друзья, мы еще упали и в лаву. Ну что, в принципе, на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Еще обязательно будут серии по бимочке, по Bimenji Drive. Всем пока-бага-бага.